Рыба-кит, папа рисует. Привет, друзья! С вами Угадайка, и мы играем. Правила простые. Я рисую, вы отгадываете. Чем быстрее отгадаете, тем считаете себя умнее. Хорошие правила. Давайте. Сегодня тема – это оружие. Всевозможные оружия. Наверное, тема для мальчиков. Ну, может быть, и девочки тоже участвуют. Давайте. Я уже начал? Да, я уже начал. Смотрите, это оружие. Догадались? Я скажу, что это старинное оружие. Но не такое старинное, чтобы как топор, но очень похожее. Охотники использовали его на охоте, в лесу и стреляли куда-то. В общем, я думаю, уже все догадались, конечно, когда я уже полностью нарисовал лук и стрелы. Так что лук и стрелы. Так, следующая загадка. Следующая загадка для пацанов очень простая, а для девочек уже посложнее. Догадайтесь, что это такое за оружие? Би-би-би-бим. Прямоугольничек, треугольничек, прямой угол, тупой угол, курок, понимаете, уже курок. Я думаю, мальчишки-то догадались, дайте догадаться девчонкам, помолчите немножко. Помолчали, ну уже понятно, уже это пистолет 100%, это пистолет, настоящее оружие, которое используют часто военные, я его видел в кино. И это пистолет точно. Следующая загадка такая суперсложная, я скажу. Не все отгадают такое оружие, но это оружие очень древнее. Древнее даже, чем лук и, может быть, топор. Нет, топор, наверное, древнее, но такое оружие в древности использовали. Я знаю, может быть, в Риме или в Иерусалиме. Где-то там вот такие люди ходили в халатах, в рубахах, вот так вот руку поднимают и что-то делают, трясут. Догадались, что это такое? Догадаться, конечно, трудно, особенно детям, ну и взрослым тоже. Это такая проща, такая, знаете, на веревке на такой крутится камень, а потом ба-бах, и вам по голове. Вот так. Следующая загадка, я еще сам не знаю, что это такое. Давайте я тоже погадаю с вами. Кружочек, овальчик. Еще кружочек, еще овальчики. Ага, это много-много яичек. Нет, это не яички. Башня, так, палка, ручка. Догадались, это великое оружие. Каждый мужчина раньше имел такое при себе, вернее, наверное, каждый боец, который, в общем, понятно, наверное, я уже запутался полностью, но я вам скажу, что, конечно же, это меч. Рыцари часто пользовались мечами. Та-да-дам. Та-да-дам. Так у нас получается то трудная загадка, то легкая. Вот сейчас трудная, потому что меч было трудно, вернее, легко угадать. А сейчас трудно будет угадать, смотрите. Вот как вы соедините? Уже угадаете? Треугольничек, колесики, кружочки. Это конструкция. Я скажу, что это такое оружие очень грозное. Его применяли в Риме в древнем. А? И еще его в играх применяли. К примеру, там, Warcraft, еще где-то вот в таких играх. А? Это такая катапульта. Она стреляет камнями и всякими бомбами. Катапульта. Следующая загадка... Не такая легкая, пока что. Конечно же, когда рисуешь оружие, обычно какой-нибудь элемент его выдает. Но вот сейчас я стараюсь очень трудно нарисовать, чтобы вот никто не угадал вот такие искажения, вот сразу не догадается. Звездочка, дырка, палка, кружок, догадались? Колесо, это телега, да, это танк. Нет, не танк, есть пушка. А, так это и есть пушка. Пушка с ядром, вот я нарисовал. Вот теперь всем понятно, это пушка. А вот эта звездочка, это фитиль. Он уже горит, осторожней. Отлично. И последняя загадка, конечно же, каждый парень должен знать, что это такое. Такой кружок и такие точечки. Оружие. Сразу все скажут, это оружие. Дайте девочкам тоже отгадать. Ребят, что это за оружие такое? Такое
пиф-паф, такая подсказка, а? Да, конечно, я думаю, девчонки отгадывают. Оказалось, что, мне кажется, все оружие легко отгадывать, потому что, не знаю, курочку труднее отгадать, если я рисую. А вот это автомат, обычный автомат, его используют военные, здоровенные. Пока, ребят, загадки закончились. Рыба-кит папа рисует. Если вам понравилась игра в загадки, то подписывайтесь на канал, ждите следующих загадок, они скоро будут. А пока смотрите другие ролики, как я рисую с другими ребятами или сам, вот про кошек или про другие животных. В общем, рисуйте вместе со мной.